Послушай меня, со мной что-то подозревает? Пока нет, но скоро заметит. Я беременна. Ты должна сказать об этом Самуэлю. Мы с ним давние друзья, он человек умный и понимающий. Нет, нет, я не могу этого сделать. Тогда позволь мне это сделать. Нет, я прошу тебя. Лучше я сама. Беременна? Но это невозможно. Знаю, но это произошло. У тебя есть другой мужчина. Да. Кто он? Я его знаю. Назови имя. Антонио. Какой Антонио? Антонио Ломбардо. Антонио Ломбардо? Где ты, несчастный? Двери моего дома были открыты для тебя много лет. И вот чем ты мне платил. Переспал с моей женой. Да, я был плохим другом, но клянусь. Виктория и я любим друг друга. Не говори мне о любви. Ты не способен на это чувство. Это сильнее меня. Не говори о ней. Сколько раз вы меня обманывали? Клянусь, между Викторией и мной, не клянись. Я тебе не верю. Ты соблазнил ее, заставил поверить. Уверяю, что нет. Кроме того, сейчас, когда она ждет от меня ребенка, она с тобой разведется, забудь о разводе. И о ребенке тоже. Они не вернутся в твою жизнь. Самуэль, сердцу не прикажешь. Я знаю, что все это слишком болезненно, но это произошло. Я ее люблю так же, как люблю будущего ребенка. Если вновь приблизишься к ней, я тебя убью.